тем, как сейчас проходят занятия, на что делается упор тренерами? Сейчас после игр восстановились маленько, пару дней выходных было. Сейчас приступили к усиленным тренировкам. У нас сейчас несколько дней подряд будет двухразовые тренировки, зал, лед. Ну, упор, наверное, как тренера говорили, будет на физику, на какие-то тактические моменты, которые у нас пока не получаются. Насколько ты уже окончательно влился в этот коллектив? Здесь нужно каждый день доказывать свою состоятельность. Сегодня ты, допустим, хорошо сыграл, завтра ты должен играть еще лучше. Как бы совершенствоваться постоянно. Ну, я к этому стремлюсь. Наилучше, потому что ребята здорово приняли в команде, спасибо им за это. Успел потренироваться на льду, немного провел одно занятие, вечером второе, так что все идет по плану, и я готов на 100% выходить играть за «Авангард» и нахожусь в хорошей форме, потому что я никак не с плохой стороны это не принял, этот переход для меня — это новый шаг в моей карьере, и я хочу помочь своей игрой «Авангарду» как можно лучше. Ну вот насколько эта тренировка, которую ты уже успел провести, она отличается от того, что ты раньше, может быть, пробовал? Ну, сегодня на льду занятий было много, уделялось катанию и подкату к игрокам. Для защитников много было упражнений, так что играю я уже долго, в принципе, и видел многое. Немножко новые упражнения, но ничего страшного, все. Ребят помогают, и, в принципе, ничего сложного не было. Сейчас какие вот у тебя, помимо игровых, еще будут заботы, наверное, там, жилье подыскать, еще что-то? Ну да, самое главное, наверное, это будут бытовые вопросы решить. Я думаю, то, что мне помогут здесь, и в скором времени перевезу сюда семью, переедет, чтобы было немножко полегче. И думаю, проблем не будет. То, что первый же матч после окончания перерыва против ЦСКА, да еще в Москве, для тебя насколько принципиально? Ну, сейчас я стараюсь об этом не думать. Сейчас нужно полностью подготовиться к чемпионату, может быть, сыграться с ребятами, понять систему команды, то, что подготовиться к игре. Ну, а уже, наверное, то осознание, когда я выйду на лед против ЦСКА в Москве, наверное, оно придет, но нисколько не волнуюсь, нисколько не переживаю. И это чемпионат КХЛ, который мне еще много раз предстоит против них играть. Как считаешь, есть ли какая-то небольшая ирония судьбы в том, что вот ты снимался в одном ролике с Пережогиным в начале прошлого сезона, где вы друг против друга на вбрасывание стояли, а теперь вы в одной команде? Я уже об этом подумал, так что, может быть, что-то есть, но не знаю, сложно мне говорить, так что время покажет. Домой, дом есть дом. Как бы ты охарактеризовал систему Милоша Ржиги? Что это за тренер, какой хоккей он ставит и насколько он тебе импонирует? Ну, хоккей такой, наверное, типичный европейский. Быстрые тренировки, все в быстром темпе старается. Требует от нас, чтобы мы старались выполнять все быстро. Вот в игре это чем больше бросков в каждом периоде, в каждом моменте, чтобы эпизод заканчивался броском. Поэтому, ну, наверное, последний матч с «Автомобилистом», третий период, это, наверное, может быть примерно та игра, которую хочет и старается увидеть в исполнении команды тренер. Вот сейчас, когда «Авангард» за пределами первой восьмерки, когда нужно набирать очки, как ты считаешь, что нужно в коллективе, может быть, сделать самим игрокам, может быть, тренерам, чтобы добавить после вот этого перерыва, чтобы вернуться в восьмерку? В первую очередь нужно работать, потому что там можно каждый день собираться, говорить, там, рассказывать, показывать, но через работу, то через каждый матч цепляться за очки. Команда «Авангард», у нее есть имя. Нужно выходить, показывать свой хоккей. Приехали новые ребята, надеюсь, помогут. И
а не играющие, там, сборники. Поэтому команда хорошая, должна быть, наверное, конкуренция, лавка, чтобы все понимали, что не каждому место не гарантировано.